навстречу кабардинцам. Идет бессмертные войска, в руках мечи и луки. Не знает он, что смерть близка, что ждут их отожуги. Мы не забудем никогда, как бились предки здесь, как стояла кабарда, бою лицо и честь. Как был разбит опарный враг, сверкал в ночи кинжал, как вознесла отписки плат на века. Помнит это действо, кто здесь победит.